На Северном Кавказе в районе Нальчика проходят тренировки молодых пятиборцев сборной команды Российской Федерации. Техники и тактики бега по пересеченной местности молодежь учит мастер спорта Виктор Буровин, старший тренер сборной команды. Стрельба из пистолета, проверка точности, хладнокровия пятиборца. У тренера Аркадия Коха немало способных учеников. Геннадий Юрасов, перворазрядник. Сергей Дорофеев, чемпион страны среди юношей. В пятиборье один вид спорта дополняется другим, и на тренировках у спортсмена вырабатываются разносторонние качества и навыки. Молодые пятиборцы из Нальчика Виктор Селяхин и Анатолий Красов не только хорошие фехтовальщики, но и отличные всадники. Пятиборец должен уметь скакать на любой лошади. Она дается ему по жеребьевке и всего за 15 минут до начала соревнований. Тренер, мастер спорта Мухарби Кунижев требователен к своим ученикам. На дистанции Виктор Селяхин, чемпион мира среди юниоров. 16 лет насчитывает история современного пятиборья в нашей стране. За это время советские спортсмены неоднократно завоевывали золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Их победную эстафету предстоит продолжить молодому поколению советских пятиборцев.